Друзья, всем большой привет, с вами Виталий, добро пожаловать на мой канал. Мы находимся в Турции, и сегодня будет обзор отеля, сегодня будет обзор доезда до пляжа, так как это не первая линия, даже вообще не знаю, какая это линия. Мы ездим здесь на автобусе 1,5 километра. Также я покажу вам наш номер и территорию отеля, и может быть еще какой-то ужин, что там примерно подают, что можно съесть, так сказать. Эти туры очень много продают из Польши, очень много с разных городов Польши, Катовицы, Варшава, Познань, я думаю, можно сюда полететь. Это продает Итака, я уже рассказывал в предыдущем видео, в первом. Кто-то заезжает, или... Сюда автобусы заезжают прямо на рецепцию, уезжают и заезжают туристы сюда. Вот, поэтому давайте мы пойдем прямо сейчас. Это здесь охрана, несколько этажей, 5, наверное, вверх. Площадь небольшая, но все номера, в общем, в высоту понастраивали. Может быть, кто-то из вас захочет из Польши, прямо сейчас продают путевки сюда, если вам понравится. Здесь парковочка, гляньте, какой Renault Fluence, красивый. Lake and River Side. Hotel and Spa. Сейчас в лобби будет рецепция. Меня пустят здесь. Спасибо. Очень красивое здесь лобби. Рецепция. Здесь, когда мы приехали, нас сразу встречали вот за этим столом. Заполняли мы всякую декларацию относительно ковида, был ли у нас контакт с кем-то, потом вот еще регистрационная карта, вот одевает опаски All Inclusive здесь. Девушка здесь работает, знает очень много языков, Тамара зовут, и по-турецки говорит хорошо, и по-польски чуть-чуть, и по-русски, по-английски. Я так понял, она все время здесь на месте, сидит там за столом, всем помогает здесь. Так, выходим там, где бассейн. Один большой бассейн. Есть несколько горок. Для детей есть горки и 2 или 3 штуки более для взрослых, которые вылетают на более глубокий бассейн. Здесь вот есть какая-то терраса по правой стороне. Здесь куча баров, которые работают чуть-чуть в разное время. Тут, например, здесь бар. Туда вход более вечернее время, здесь открыто. В общем, здесь даже ночной суп есть какой-то там с 22 и до ночи. В общем, отель находится просто как на пустыре, на поле. Тут даже рядом нет никакого соседнего отеля. Восемь километров до центра Сиде. Я думаю, мы съездим тоже, посмотрим этот город, погуляем. Сейчас уже время после обеда, раздают мороженое. Очень по еде вообще тут и кукуруза, и арбуз. Все, что хочешь. Вода очень теплая, что в бассейне, что в море. Здесь тоже делают какие-то коктейли фруктовые. Это маленькая детская горка водная. Очень жарко, наверное, градусов 35 минимум. Кто-то разобрал это. Этого не было. Вот так выглядит гостиница, в принципе, и так на сайте, вот примерно где-то отсюда фотографии, там центральная первая фотография этого предложения здесь. Что тут есть? О, мороженое белое, фруктовое. Вот есть такие шоколадные.
Какое ем прикольное. Здесь делают тоже пиццу, какие-то перекусы. Здесь наливают тоже коктейли, какие хочешь, алкогольные, безалкогольные, водичку можно брать. Здесь кондиционер, здесь прохладно, хорошо. И там продолжается еще зонный основной ресторан, это я тоже потом позже покажу вечером. Итак, чтобы попасть на пляж, мы выходим через заднюю калитку гостиницы, идем на автобус. Автобус такой смешной, старенький. Половину окон нет, сквозняк, пыль летит, асфальта нет. Вот здесь за углом сразу остановка. Здесь уже собираются люди сейчас все с нашего отеля. Наш отель вот. Плюка. Все, мы приехали. Вот и все. 7 минут мы на пляже, на котором я показывал в прошлом видео. Вот вход в арку. Две гостиницы здесь у нас. Взяли холодную водичку. Идем теперь искать наш лежачок. В теньке надо найти. Шикарное море. Шикарное. И пляж хороший. Очень нравится. Друзья, ну теперь я вам покажу, чем можно перекусить на пляже. В принципе, очень много всего. Можно даже на обед не ездить, как я уже говорил. Рыба. Бургеры. Надо делать. Сладости всякие. Салаты. Теперь я вам покажу наш номер. Два корпуса или три, вот так тут в длину сделаны. Одни комнаты везде, вверху, внизу, полностью все этажи. Очень длинный коридор. И в ту сторону. Моя комната находится там крайняя. Такой вид обычный. Ничего там примечательного нет. Но я думаю, что они это специально сделали. Из-за того, что мы с ребенком, мы в этом углу. Не слышно ни дискотеки, ни бассейна, ничего. Lake and Riverside. 34.15. Нам здесь убрали. Вот такой балкон, достаточно просторный, ну, вид вот на крышу здесь какого-то, наверное, недействующего отеля, заброшенного, не знаю, никого здесь нет, бассейн не налитый. Это река Манавгат, по ней даже плавают такие большие лодки экскурсионные. Но здесь у нас ничего не слышно вечером практически, это хорошо. Ну, такой номер средних размеров, я бы сказал.
Ну вот у нас отлетела эта штука отсюда, сама по себе. Вот так. Вот наша ванная комната. Напоминаю, сколько мы заплатили. Вообще это стоило где-то 4430, но у меня был ваучер на 400 злотых, я рассказывал в первом видео, поэтому нам оно вышло где-то 4100 за все, там 4 с копейками. Претензий нет к гостинице, вообще очень все хорошо. Единственное вот, что на море нужно ехать на автобусе. Сегодня был случай, когда автобус опоздал минут на 20 уже с пляжа, когда мы ехали сюда на обед. Ну что, друзья, напоследок покажу вам еще ужин коротко. Хлеб, супы. Всякие овощи на гриле. Салаты, сыры. Куча всего. Следующий стеллаж. Оливки, йогурты. На мясо похоже. Дальше горячие блюда. Всякие рисы, кабачки, жареные, картошка, рис еще раз. Дальше здесь макароны, рыбу жарят, мясо. Вот рыба, овощи на гриле. Здесь продолжаются какие-то слоеное тесто. Короче, куча всего, я даже не знаю. Так, пошлите еще теперь овощи, фрукты и сладкое. Вот, арбуз вообще огонь, такой сладкий, классный, дыня, персики, виноград, это, наверное, инжир, мягкий такой, классный, апельсины. Вот это мне нравится, сладкое. Так, здесь продолжается. Бананы в шоколаде. Кстати, есть прикольные тортики. Не все, конечно, но есть. Так, здесь наливают всякие коктейли, вино. Не знаю, белое, красное. Здесь юпи напитки, здесь черный чай. Здесь аппараты, кофе, капучино, чай, тоже горячая вода, холодная вода в бутылках. Вот такой вот зал. Большой зал. А здесь из столовой выход еще на вот такую зону. Здесь и вечерами проходит движуха какая-то. На улице жарится вот такая туша, даже не знаю, что это такое. Индейка. Вот мясо на огне. И здесь кебаб. Это горящая путевка с вылетом через 2-3 дня. Если выбирать, например, эту же гостиницу, но с вылетом там через неделю, через две, через месяц, то когда мы смотрели, цены были 2-2100 на одного.
то мы купили как бы горячую около 1500 злотых, 7 ночей, 8 дней, 7 ночей. Все включено, очень хорошее питание, много всего. Каждый для себя найдет что-то вкусное, не останется голодным. Мы очень довольны. Не переключайте мой канал, еще поедем с вами в Сиде, в город, здесь 8 километров, гулять. До новых встреч, пока!